Про черепахи зимуют подо льдом. Хотите посмотреть? Пойдемте. А вот как раз и первая черепашка. Смотрите, она себя великолепно чувствует. А вот так черепахи зимуют. Смотрите, сколько их. Тут и гибриды бегают. Они скапливаются в одну кучку. Сейчас мы разобьем лунку. Я вам покажу их поближе. И тут, видимо-невидимо, разных размеров. Вот, смотрите, выглянула, сидит. Сейчас достанем парочку. Ну вот, смотрите, какие крупные черепахи. Они совсем не умирают. Достаточно хорошо себя чувствуют. И тут завались, сколько вам нужно. Зимой у них все процессы замедляются, и кислорода им практически не требуется. Не будем их мучить и отпустим. Пускай идут в мир.